под спину. Да ты заебал нахуй. Ты спрякнулся всего? Сейчас в советах не убьешь. Пока будешь, пока раскастовываться. Фаску на СПД дай. Бесплатно. Я как понял, транквил надо на первой фазе убивать или как? Потому что меня контролит и я сдаю его. Но у меня все КД отлетают. Все, ты проебал. Забей. Фаску нахуй. Охуенно. Забей, я 2 гимна пробиваю постоянно. Да похуй, будь на АП нахуй. Похуй. Ебать, я сильный. Палкой пойду пиздить. Сейчас бидон попадет. Бидон, портуйся к нам быстрее. Ты иди себе, бидон. Я же хочу разъебать эту дуру, нахуй. Самое залупа на хиле играть. Стоишь, блядь, с контроля выходишь, челики духа хлопают, бах, ну умер, нахуй. Кот контролится, бах, тебе жопу откусил, блядь, пиздец. Ну есть такое, прыгает и кусает сразу. Так скажи, чтобы Катрися за жопу не кусал. Бидон, ты сейчас зашел у него в диск. Да, заебись, портуйся, жри рыбу. А где мое МК? А зачем тебе МК? Я сильный совок с АП. Понял. Что за... Джавис, ты испытываешь судьбу вообще. Слышь, Катрися, ты перед МК прыгай этот кота. Тут мастер, все готовы, дает что-то. Давайте, блин, и бату не строить никакую. Карбонара КД. Ты про БР, да? Ага. Да. Контроль, одна секунда, готовься. Ты не в сил противиться моей воле. За контроль. Канцелятором не бить. Трэш, 5 секунд. Раньше в 4 трэш или в 5. Переводили сейчас в 2, блядь, или 3. Контроль, секунду. Зози убивает. И сдох. Мэтфокс, резай Зози. До 2 мультов. Подбейте. И стопайте. Мэтфокс. Трэш, 1 секунда. У тебя КД нет? Мэтфокс, прием, резай. Блядь, где он там? Ствай. Мобов быстрее бейте. Контроль, а то... И потом переводим. Фулбаф по Зози, сейчас каску дам. Быстро переводим. Сейчас контроль или переводим? Все, перевели аккуратно. Блять! Трэш убили сначала. Геру, фулл ДПС. Духи побежали. Сзади у самой мили идет. Не хлопайте духов, это самое главное. Контроль и духи. Босс убьет сам, нормально все. Духи побежали. Трамбай идет, мили. Да, прям вот за жопу там идет. Взорвал. Дебилы, блять. Контроль. Трэш, трэсик. В мили. Снова срамба идет. Беги, хан, беги. Хан заебашил. Зози, быстро, резай Катрисию. Зози, Катрисию, резай. Так, захилить. Дух в трэш.
Так, не звоните. Хилим хорошенько, блять, на фулл. На центр лед. Оба. Spirits. Дух в трэше. Рвись, дайнер, по воле. Контроль. Патрисия, эй, ресничка. Центр идет, идет дух у вас, центр. Под босса бежит. Опять идет под босса. Трэш убейте. Вот Фокс по воле дуинер еще, да? В трэше дух. Дух возле трэша. За собой бежит. Spirits. Центр. Дух в центре. К боссу идет. Печеньки идет. Двое возле босса духа. Убиваю. Ражника контроль. Пытаюсь. Ты бабл нажал. Трэш 2 секунды. Уроном меньше. Идет. Кирсори взорвал нахуй, мудак. Чего? Чё пиздите? Ты взорвал. Всё тихо, блять. Дистанцию наберите. Spirits. Я вообще далеко от рейда стоял. Всё тихо. Повой дуинер, дай. Трамбай идёт к словам. Spirits. Дух. Трамбай идёт мили 1-2 сразу, в центр даже. Андрей. Вижу. Троллим людей. Я в подчинении. Я тебе дам. Ебать, сама расхуярила. Снова там пойдет, беги я. ВП-хан, ты слепой, блядь? Это я, да. Задроты, сука. Вы, блядь, раскрутите глаза свои, блядь. Есть шанс выиграть, вставать? Да, юзай вставку. Милика идут дух. Атрисия, рейсни, шрарник. Spirits. Дух. У меня БР есть. Кого? Возле трэша. Трамба идет в погоди, середину. Погоди, пока тут, блядь, сейчас послушаем, кто в духе. Снова ты бегите. Трамба снова идут. Самостоятельно смотрите за духами. Самое главное, это контроль, блядь. Контроль, уроки дать. Рейс, Теджу, рейсни. Мили, добейте трэша, уже, блядь. А? Переходи, Костя, что ты стоишь? Трамба идет в центр духа. На мне. Два духа на мне. На мне. Да ты заебал, нахуй этот флут бесполезный, блядь. Чтоб ко мне не подбегать. Дух возле трэш. Пиздец. Все как будто только тем и занимаются, что смотрят, блядь, что где ты, нахуй, и где твои духи, блядь. По делу говорите. Карбонара призана реснишь. Рависта контроль. Дал ему стан. Ваш. Если ханта не потеряйте. Дух идет Эмилия с тренд-центра. Потная хуйня, пиздец. Так, еще две пачки эту трэша и следующую заливаем. И центр, дух, центр. У кого еще БР есть? Трамбай идет. Не, у всех Эмилия. Все, нормально, так играем. Массейвы, все, пока да, отдаем. Призм, ты че не встал, тебя резали. Ну, похоже, может сдох. Блять, Хэлла, захилься. Дух возле трэш. В миле пошли оба духа. Пала не убейте только. Бабла вроде есть. Трэш заливаете? Вышел там трэш. Так, сейчас вот эту пачку и фул по боссу. Да, все. Незыбки, все, пока дай отдавай. Уже по боссу можно. Гимны на хп, все, что есть. Вот гим, дайте. Да ёбана в рот, блядь. Это Танатос, мудак, нахуй. Незыбули, массакру какую-нибудь сдали, быстренько. Все, добивайте там, леди. Не хлопаем духов. Блядь. Аккуратно. Контроль. Спирит. В центре дух идет ром. Пул по боссу, давайте. Танбаун, дай гимн на хп. Трамба идет в центр. С двух сторон идет. Станки потеряйте.
Да убили. Свиди-ка бомби на роды, нахуй. Скажите спасибо, мужики, что ГПшку не налатали. Ну. Катрися себе в соло, в принципе. Духа взорвал. Что это такое? Бичара, блядь. Че это? Это смертный приговор, блядь. А, это осколки вы собираете на этот пост? Ты прям в нем стоял, то есть он в тебя вошел, и ты ближайших убил 3 человека. Это нужно? В тебя вошел, понял? Ну ты же не сова, блядь. Нет, тебе пока нет. Пока не потом... надо. Ну и все. Когда-нибудь там, через год, через два. Ну, я пока вот этот грудак могу взять. Ну, так, ну, немножко. Если кому не надо, я бы взял вот этот грудак. Ты выдашь, он тебе надо. Пиздеть не надо. Я все равно с ТТГ одену. Показал, что это был ты. С ТТГ одену. Не падает просто с ТТГ пока. Что, сотку это стоит? Вот это говно? Тут все шмотки сотку стоят. Бля. 284. Раньше 400 стоили, так, чисто для справки. Ну ладно, окей. Может, за скидкой можешь расслабиться. Слава, как часто ты скидка? Ой, начинаешь. Это вам сейчас халява. Чуть мастер, давай, ДД. Так. Почему тебе? У тебя вода в ДД. Осколок есть там, нет? Осколок есть? Да, 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 был осколок. Сука, пустили, блядь. Наебало там. А чё я первый по ХПС вообще? Сколько до шема у тебя? Один. Сколько до шема? Один. Один? Реально? Угу. Хорош. Красава. Хорош, блин. Я всем мопсим. Вообще до цепера по ХПС. Так много дамажит, еще и шем сделать. Турим. Скажешь, когда дракона убьете. Правда, фиксанут, потому что... Короче, на леди, как я понял, самое главное, это дух смотреть и контроль давать, все. Да. Там даже самое главное, там это контроль нет. Давать. Да, там и хила-то много и не надо. И то, и то. Нужно бегать. И то, и то главное. Типа... На них не надо смотреть, от них надо убегать. Пошли этого великана пиздухом. Смотреть не обязательно, их надо увидеть и съебаться от них. Если ты увидел, что вот он за 30 метров ломанулись, блядь. А чё, великана, великана нахуй надо или чё? Ну пойдем быстренько. Ну, в 25 вот. Обычки мы его убивали, но если хотите, убивать. Не у всех 25 обычных. Я не знаю, вам, ну, типа, я бы не ходил, честно. Ну, я бы не ходил. Сделан он, не сделан. Ну, типа, да, в натуре. Вот у меня он, допустим, в обычке сделан. Допустим, у скольки людей он не сделан? Поставьте плюсик. Допустим. Сейчас, пока дракона будете бить, я подумаю, идти, не идти, блядь. Допустим. Потому что у нас, нахуй, приоритет лич, джайн, утрайт, там, робота, нахуй. Брютон улит увидел. Мы пошли на корабль. Дракона добиваете, на корабль едем. Ломаун, вставай, тэпкайся сюда. Ну, мне как бы впадло на ДК вешать на обычку КД, блядь, я сам себе соберу. Нет, там причины разные, просто мы не будем для 5 людей делать квест этот ебаный. Идем на корабль. Ну, сам себе сделаешь, получается. Ну, пока до меня очередь дойдет, походу реально сам себе сделаю. Смысла нету тратить время. Пойдем дальше на боссов. Время, потому что, блядь... Час 17 уже прошло от РТ. Как часто у тебя сейчас? Сегодня в ЗС идти. Ну это типа, надо еще подумать, идти в ЗС, ну, хуй знает. Я думаю, если можно потратить... Так, пока мы летим на кораблях, легко и непринужденно бьем мобов. Значит, смотрите, завтра будет допронос, мы будем добивать целка, если мы сегодня не успеем, конечно. Вот, конечно, поэтому... Я, ну... Блять, я хуею. Вопросы задаете один лучше другого, блять. Это надо думать, нахуй. Как правильно поступить с проходками. Если завтра... Кого завтра не будет? Давайте так. Если я это челики, не. Которые... Вот у тебя проходка есть, хуй с ним. Кто завтра еще не будет? Сразу поставьте плюс. Вот, Мэтфокс, у тебя проходка лич убит. Травис тоже проходка есть. В любом случае, Авелания будет завтра. Консилятор с работы не успею к началу. Полчаса это ничего страшного. Главное, что будешь. Вот тебе надо лича. Короче, раз завтра все остальные будут. Вы там доедете? А, ладно, плохо запускаю. Давай, сейчас 4 босса. Вот. Так это мы время раз, придем, раз завтра. Чего? 4 босса и в ЗС сейчас пойдем. Да бьем до Талова все. Какие нахуй ЗС, блядь, заебали, ну. Сидем в 11, добиваем до конца, ну.
Надо посмотреть сейчас. Допустим, вот смотри, если мы до лича дойдем, это будет вообще неплохо. Завтра станет лич, резко нахуй. Да если, блядь, слаков не будет, пали, ну, блядь, 7 минут бесит, и все, и он умрет. Ну. Ну тут новые, смотри, кто. ДЦшник, в принципе, нормально играет. Бидон нормально. За себя хуй знает, долбоеб какой-то нахпали. Карбонара. Карбонара тоже вот не знаю, как он будет играть на синдре, там, на личе. А я обожаю синдру, мой любимый босс, блядь. Пасифея, не знаю. Самый охуенный босс вообще вот в этом инстаграме. Рога новый. Простой. Там Волгрим спрашивает, это, кто-нибудь уступит место на крута? Ну, решай пока, кто уступит, я не вообще не знаю. Тантос! Сами этим занимайтесь, кто там кому уступит, там пробивайтесь. Танатос, чё за хуйня? Как вы уступаете? Катрисия, мне кажется, накурился, нахуй. Да я, блядь, больной, нахуй. Завтра работа мне плохо. Да нахуй тебе эта работа, мне увольняйся. Ну, да, блядь, ну, правильно. Ну. А ты кем работаешь? Я работаю, блядь. Тебя Войт на содержание. Кем работаешь? Слесарь кипа. Голдой будет платить. Кем работаешь? Слесарь кипа. А кипа, это что такое, как переводится? Контрольный измерительный прибор. Контрольный измерительный. Я сейчас занимаюсь пожаркой. На объекте. То есть пожарка и охрана. Я пожарка, я людей спасал. Ну понял. А объект не, какой? Ну, там эти секретный какой-то? Всякие... Да, да, секретный. Понятно. А сколько секретов по шкале? Ну типа короче Ми-5. Все же там жгёт. Чилит, блять. Да подожди, подожди. Ничего я не поджигал. Ёпта, блядь. И все же сейчас лучший период его шуток, подожди. У меня сигналка сработает. На чем? На жиглях, на то есть? Я помню ту сигналку, блядь. Какая же она уёбищная. Чё там кто-то спрашивает про статики 10? А, это стелси, Юля. Элмаунт, ты ПКД через Вилашу закидывай молитву восстановления, прям у неё ПКД закидывай. Так а что ты говоришь, не существует собери? Десятки мы ходим просто так, типа, просто, ну... Да, просто пачкой собираемся мобильдейской. По желанию, типа, а тебе что надо? Ну, если ты настраиваешься на серьёзные... О, кто-то улетел с корабля, смотри. Если настраиваешься на серьезные рейды, Юля, если ты в Дисе. Она в Дисе вообще? А что ты сдох, прист? Охуею. Улетел с корабля вниз. Не делай так больше. 33 стака пойдет вообще на это. Да еще пойдет. Одну. И свалим. Да, давай, поспамлю сейчас свет небес. Мага, добивайте и улетайте, скинем стаки поспокойнее. Ты понимал, что уровень секретности этого объекта, туда нельзя ни электронные сигареты, ни телефоны. Ну, телефон, я знаю, потому что Nokia 105 с наклейкой. Я знаю, знаю такую секретность. Ну, такая же. Как жаль, что слово это записываешь на камеру. Ой, да, в охране такая же история. Ну, в этом ничего странного нету. Он охраняет Тони Старка. Нет. Ну, я бы Тони Старка я охранял бы, блядь. Он же умер. Я понял. Ладно. А ну, извинись, нахуй. Тони Старк жив, нахуй, мне похуй. Осуждаю. Мага. Блять, Вилаша, не могу тебе частицу дать, блять. Я похилил, похилил. Пиздец, нахуй. Все, да, обдавил. Ты про частицу любви? Да. Частицу любви. Частицу любви. Любви и ласки, нахуй. Любви и смазки. Любви и смазки. И смазочки, опа. Опа. Блять. Ну вы опять за свое что ли? Да как ну а куда без этого? Купидон, купи резиновые хуя, отстрапонь себе в жопу. Я а понял вас, ребята. Его утонули, да? Вот насколько у него крышка поехала. Вот как у него, блядь, секретный объект, блядь, понятно, нахуй. Вы его утонули, что ли, да? Секретный бордель. Секретный бордель. Да утопните его, ну ебаный. Тупо колбасная лавка у него, походу. Катрися, тебя утонули, нахуй? Я думал, что ты прервался так, блядь. У него мама комната открыла. В натуре. Кого ты там собрался? Отстрапонивать, нахуй. Да просто у меня вот, кнопка микрофона на смену облика, я не могу. Так а чё, своего нету, что ли? Дунь в микрофон. Да не, не в этот, нахуй. Ой, в кожаный, брат. Кожаного не имею, нахуй.
Я понял, блядь. Ты что, трансгендер? Да хуёво тебе тогда. Блядь. Это плохо, когда не имеешь. Ну, хуёво, когда висит, но. Тебе бы жопу я отлизал, нахуй. Я понял, блядь. Не надо. Я бы с тобой бы в танке сыграл бы, Катрисе. Я, пожалуй, сам не хотел бы увидеться. Да, у Катрисе там самые крутые танки, дорогие, ты чё. Чё там, определились? На бабахе. Кто хотел бы, на сурка. Да. Тигр 1337. Не, я хочу, чтоб ты побил Хэлла, только не ты, блядь. Да я к пизде, да, любишь поиграть, получается? Тридцатку выдашь, не? Да не, я же не одеваюсь нихуя. О, осколок, хукмастер, ГЦС, ШМ. Я, блядь, уже, считай, месяц как вырулил, короче, два токена, и все, и месяц нет приорана. Шалфир, ГЦ. Надо барахлить. Слава, можно монету на удачу, на мишку за бесплатно? А то он говно с ГП. Поставил джипсоком. Опа, хиловская тренка, да? Да. Ну она хорошая, как бы, но хуже. Да, лучше, чем моя 239-я, говно. Все, давай, хукмастер, меньше тридцатки дашь? Ладно, давай. Все, давай, тогда погнал, ага. Мешок на медведя, кота, я хуй знает. Надо для картошки. Мешок как фири. Мастер такой, всем да, спасибо, медведя. Крепко обнял, я пошел. Давай тогда, ну. Давайте созвонимся. Ну созвонит. Три никому вообще это идет. У кого-то автор. Да он там какой-то хил. Друиды, холипресты, дождь. Да на ДЦ помойка, ты чё, чешка на ДЦ лучше, блин. Она дает больше СПД. У ДЦ 25, очень мысли. Я поменял бы просто говно свое. Смотри, 179 и 190 чешка обычная. Ну-ка тут хуй. Ну ты носишь еще Талтора и чешку Гер. Так. И все. Да помойка ваша. Спасибо. Там по приору ты выше. Я на год в рабстве теперь, блядь, Ульдуара. Все, запомнил нахуй. Шалфил теперь собирай, да? Шалфей, да, правильно. Шалфир. Ты теперь в моем рабстве. Так, шалфей, кто там шалфей, в ДД пойдет? Кто в ДД пойдет? Я, что ли? Да, давай. Давайте быстрее, 8 где? Минут фласка. Вы хильте, короче, я в редтика спеканусь. Так, вот рыба. Блять, захилите же без меня, да? Бидон, в принципе. А что тут хилить-то? Это главное, чтобы чё, давай, по рейду не гуляли. Давайте хукмастера подождем, пускай он этот... Пускай он палку зачарит и камни вставит. Сейчас придёт ДПС и будет. Чё, Костя, нормально сейчас, да, трэш держать? Хули, дринг, ты тут? Получил хукмастер шем? Вставил там всю хуйню? Ну, вроде как да. А чё мы скоро, да, есть. Как часто ты вставляешь? ГЦ хули. О, хорош. Бля, этот масло на ап, дайте, пожалуйста, и этот, выпить. Масло. Самое главное, закусить. Выпить, 100 грамм. Шейма. Писяриком налейте, мужики. Чтобы исполнить эту штуку, надо дойти до кухни и взять масло. Так, подкупил регов, чтобы у вас... Масло это самое главное. Так, проверка, и нажмите да, и будут спускать. Кто даст Катрисе истерию? Тот, там услуга, да? Хочешь, я гимдам? Так, запускаю босса. Бля, на АП кто раздавал шляпки? Этот Хульдринг. На АП, да, давал? Сколько мы, 5 минут бьем его, да? Я не помню, да меньше, нахуй. Мне кажется, ну все, смотри, ща хукмастер, ебать, тридцатку минимум, как ебанет сейчас. Так, на пулу вывела что, да? Да. Так, шо у меня там? Чё, чекаем ДПС? Давай, хукмастер, ебаш! Да ты заебал, дай мне на силу, нахуй, сука. Тварь тупая. Вот. Так, рыбу поел, масло. Где масло, сука? На АП, срочно, у кого-то есть его иду масло? Быстренько, один заряд. Полидринг обмен, быстро. Уже дали. Так. Ложусь. Сколько там до боя? А, еще 10 секунд. 10 секунд. Так. Успеем, нет?
Я под лаг, наверное, да. Пиздец. Не забывайте, трэш тут бить надо, потому что если он вырастет, он это убьет ДДшника. Буря 4000 бьет, вообще бред, нах. Не было такого паладина мне. Один гуляет. Двое, трое гуляют. Трэш сожрал. Так, Мудфокс, Рис и Карбонару. Не на руку кинь. Продолжай там метки хилить. Себя только не прими, Мордан. Меточка, меточка, но флаг себя держи. Да, нормально, нормально, не боюсь, я сейчас прыгнусь. Связующим поспамливаю, там поседжу. Себя будешь похилить. Когда МВшка, когда ищет. А, ты же холик. Конечно, я холик, я бессмертный дышу. Ну, когда в размерах будет увеличиваться сейчас. Получается 4 минуты с чем-то бьем. Второй раз крылья отклешивался. Давай, это, забирай хукмастер, чё на виланше метка ее бьют. Давай хукмастер незыбку. Бидон тотем. Или мордаунт, или ломан, тут на ману ебаните по-быстрому, вы сухие. Нормально, нормально, мы захилим это тело. Хит без тема обойдемся. Ну, уже поставил. А, или был КД уже? А. Вот, да. Ну что, блин, добивать осталось вообще, понты. Нихуя себе, ебать, рыжая палка, она ему просто 4000 ДПС добавила, блядь. Ёбать, паладин не дамажит. 28к, я ебал. 20к у рарника, 14 место, нахуй. Чё, общий 420, у меня 14, почти 15, Минфокс 16,5. Траволта 18, ну в принципе, вот Траволту надо апать. У тебя Траволта как вообще перспектива? Это с фиксами. Это как он называется? Желание играть, возможности, все это нормально? Чтоб ты развиваться дальше будешь? Чтоб на тебя рассчитывать, не рассчитывать, хуй знает. Нормально. Ну, линканите ДПС, парни? Сейчас я скину. Мастер 28, Хэлла 24. Не, вот Хэлла вообще уже дает заебись. Так-то, блядь, 15к ДПСера не нужны. А вот, блядь, Элима надо. Сколок Шелфир пошел. То есть Вайда выкидываем, да? Шелфир, сколько у тебя сколков Шелфир? 34-й это. Из скольки? Из 50? Из 50, да. Из 100. Из 100.
Ну, я помню, хочешь еще 4 ульды и это самое. Может быть, кстати, тебе вручаю волнер. Второй ВХ на ДЦ. Правильно шел ферстоп. Хоть только не мне эту пора. Слушайте, чё, кто захапало шарит? Вот этот пояс кольчужный пойдет или с ТТГ лучше? Есть смысл брать вот этот пояс? ТТГшную оставься, конечно, если он у тебя шарка будет. Шарка, это да, конечно. Я не помню, какой мне. Так чарку менять же можно, не? Ну, конечно, можно менять. Ну, крутить там за это, за очочи. У меня там, короче, чарка. Вы долго будете? А, на ману, на уменьшение маны. Нормально, блядь. Ну что там, открыли порт, нет? Ну хуй знает. Бля, пойду сам открою, нахуй. Я уже пробегаю. Скайп лежит. Всё открыл. Вдруг когда-нибудь одену. Нихуя. Ну, кстати, подожди, сколько у нас прошло 40? Сколько у нас прошло 40 было? 400 у нас, да, вот тысяч. 437, такой, по-моему, было. Побольше было. Побольше было? 422. Мне кажется, где-то. А где 437 было? В прошлом рейде, по-моему, было или в пазле. На бурсте 480 было. Сейчас что-то команда. Это Примут Фокс, мимоходом, ебани мне дорог. Я сзади бегу. Мимоходом. 21 число. Было 432. Агрим, не стоим, все, я тут уже. Где Авилаши нету. Хальдрин тут, поехали. Я просто на мутике потолок упёрся. Потолок? Ты что, высокий, что ли? Мася, а ты что, таланты плане... там... Ну... Больше не можешь выдать. Да. Ебай, ну невозможно, в принципе. Я не знал, что надо такое. Было вам трыню сейджу отдавать. Какое? Плетение. У меня есть. Ну, есть. А, вот я... а и да. И сам первый полуталан. А то отдали критерию, нахуй. И все, и пизда. А он удалил перса, да? Ну, я заработал. Поэтому и ПГП честная система. Я про чё? Чё он заработал? Толку от этого. Принял. Ну типа он накопил ЕП и взял принял. Ну никто же не застрахован от этого. Типа... Надо было тебе войду сказать, кто такой криптэвил. Кто? Ты про кого? Кто должен был сказать? Да и крипт у нас уже возвращается третий раз. А-а-а. Под разными просто никами. Да, под разными никами он с третий раз уже приходит к нам. А кто это вообще? Раньше какие у него ники были? Спирит? Спирит был, да. Пизду. Это Спирит. Ясно. Там еще какой-то ник у него был. Коннект. Коннект, да. Ты, блядь, похуй вообще. Те, кто... Ну, самое прикольное то, что он возвращается. Да, ну, возвращается, пускай, похуй, типа. Нет, он мог пойти в любую другую гильдию, но он идет к нам. Похуй. Самое главное. Там скучно. Те, кто тут остались, это нормальные ребята, блядь. Вот с ними приятно общаться, приятно играть, блядь. А те, кто занимается хуйней, пускай дальше занимаются, я типа не знаю. Их дела, блядь. Ну ваши дела. А пойду на... Лучше в льде, где членами пахнет, посидеть. Реально. Говорит мерзость, не говорит, у девчонки сидят. А, да, сори. А, дурачок. Я забыл, бля. Как так-то, Слава? Блядь. Старый просто забывает. Если девчонок так, ну... набрать штук 10 гильдий, прикинь, в льду идешь, а там 10 девчонок, блядь. Там уже не только членами будут. Которые не говорят, вот эта тема. Не, ну, Аделька-то говорит. Я вот только зашел тут опять про члены, да что ж такое-то? Мне иногда кажется, что она так в Дискорд залетает, мне кажется, что она под спидами, блядь. Она так быстро говорит, что пиздец. Ну просто если она медленно будет говорить, ее не будет успевать. Боешка. Боешка? Я тут, я тут. Я тут, Ваня. Опа. Шелфира диспелющая. Хантам, отдайте ее. Я просто работаю на три фронта, нахуй. Просто хуяк, боешку лутанул, хуяк из-за угла выглянул, шалфира диспельнул, блядь. Просто скилл, нахуй. Из-за угла, блин, такая голова одна. Голова такая торчит, опять диспельнул. Такая рука одна там, да, подожди.
Это, только вторую псину не сагрите, там хуйня будет. Назад уйдите, выйдите оттуда. Купил, поставь на ленточку сразу. Сейчас поставлю. Твой бронирулить. Без ленточки ДПС. Тури, да, кто ленточку лутанул, тот, блядь, духов на леди не хлопает. Дима, у Шэдоу ленточка есть. Вот если бы эта ленточка реально бы, ну, делала тебя прозрачным для духов, чтобы ты мог прям ебать прийти на леди и смело стоять, нихуя не делать. Вот я, вот. Тогда бы у нее шанс дропа был 0%. Не. Ленточка, да, лучше. Хотя бы 50. Там зеленый этот стоит, кто он на ленточке. Что с собакой? Надо да, поискать. Сейчас там зарулят ленточку. Я понял. Че, нету? Нету. Сейчас, а второй будет. Трой не падает она. Уберите ловушки. Я уберу, Рарни, куда ты? Убрал. Дурак. О, дурак розовый, ну куда ты попёрся? Карбонара, как дела, блядь? А чё, сзади прибежали и убили? Да-да-да, ты стой дальше, ебалом торгуй. Так, а чё же? Он шкуру снимал. Я понял. А чё же, это всё равно не виноват, это он, блядь, ловушку активировал. Ресните, пожалуйста, пока идёт собака. О, кушак выпал. Спасибо. Ой, слышишь, лутает. Слава. Я. Чё надо? Давай хотай быстрее рейд. Проверил тут ты или нет, может АФК. Тут. Хорош. Я так понял, вместо Бена теперь Катрисе фриковать будет, да? Не, я слонялся, знаешь. Ну, он и без него конец африковал. Ты чё, сухой карбонара, давай, блядь, отпивайся. Правильно, будь мокрым, потому что у тебя есть лага. Смазать. Надо бы смазать его. Надо смазать, да, вот да. Эту хуйню, лага, там, вот это вся хуйня. Надо смазать карбонар. Девочки в рейде, блядь, спокойно, да. Ну, если карбонара сухая, то она несъедобная. Конечно. Сейчас соус, они уйдут, можно фриковать. Соуса мало, да, в карбонаре? У них лаги. Да все мало, соуса мало в карбонаре, поэтому сухая. Жози резнул кто-то, не? Я просто побежал дальше. Вон, да ладно, спишь, что девочки всегда от него влажные, так что нормально. Я понял, да. По Сифе, тебя не фрикует эта хуйня? А меня это не интересует. Дать им... Какие, анимешные? По Сифе, нормально все? Смотри, если что... Если будет хуёво, скажи, я их мутону нах. Слышишь? Старый рыцарь, блядь. Эй, блядь. Нормально, за Пасифею вспомнила за Юлю. Та, уже привыкла, да? Да, Юля уже привыкла, блядь, мне кажется. Юля терпила. Да у Юли бы микрофон был, она бы жёстче-то трофлила. Надо скинуться, получается, на микрофон. Давайте в натуре микрофоны подключим. Я бы сказал, откуда тебе надо скинуться, но ладно. Ну, давай, говори, чё ты? С 10-го или с 15-го. А где я, блядь, чё за дела? Жените рыбу, короче. Я хапал, я ещё... Печать не сменил, нахуй. Да, дайте поесть нормально, пожалуйста. Я не могу. За пельмень будешь ЕПшку кидать? ЕПшку? Ой, ГПшку, то есть. ГПшку? Хуй знает. У меня там полтора. То есть, один пельмень 50 ЕП? Да нет, это сильно. Это На минуту отхожу. Эй, давай быстрее раздупляйся. А вот это. По Сифе включать микро, там Борис 40 лет. У кого есть масло на АП? Бля, два штуки осталось. Ты кому? Давай, кому? Катрисе. Катрисе? Давай, иди сюда. Куда сюда? А все, я тебя уже нашел, напряжу. Только это... Я тебя наебал, у меня есть. А, ну и пошел на вторую. Сейчас... Может быть, ты? Больше не приходи ко мне с такой просьбой. Больше сюда не пищи, я тебя говно... И просишь у меня масло, и делаешь это без уважения. Ну, понимаешь вообще, да? Пошел нахуй, пожалуйста. Понял. Дайте поесть, пожалуйста. Сед же тут. Это, слышите, что, не забывайте, я вот метки вам не ставил, что давай ебанем. Ку-ку. Метки. Значит, одну спору звезду, одну в кружок, одну под боссом. Не проебитесь этим делом. И словите 3 споры. Споры это игра такая. Я, короче, тут это стоит. Дон. Че, Иши на боссе, да?
Так, ладно, я под боссом буду стоять. Кульдринг принимай. Так, все готовы, ну и чё? Седжи, я тебе после пула кину картинку Бена блок питания. Договорились. Нет. Ебать вы ловите, а? Сори. Хотел. Тут сейчас бы от ГПшки золотились ноги. Значит, не стоит на воду, надо будет настроить и копить меньше. Как часто у тебя не стоит? Там человек 10 словил она. Да, я тоже словил. Могли бы выпануться. Пардаун словил. Я знаю ведь. Я в мире не смогу снить. А, панда. Ой, там пельмешка. Человек есть, блять, нахуй. А в мили не было, да? Да, просто печеньки. Сейчас хан пасифея словит. На, еще. Вилашу хилы, все 5 хилов работаем, посильнее по Вилашу. Рвист, бидон, инер. Ну тоже. Зачем ты туда идешь, блядь, ёбана в руку. Мудфокс тоже по бидону. ДД летит, вы как раз сносите в сторону со звездочки. Рвист, в следующий раз не беги там, где есть уже. Призом за Ханыч. Похиливайте для воздуха, там очень плохо, ребята. Ну, нормально разобрались. Все, эти можете не сносить, уже просто в одно место не ставьте, и все. Дальше добиваем. Мели летит. Блять, чудом не задел его. ТД. От Фокс там. Да, его холилайт как раз кастовал. Опа, меня летит. В миле сбоку, справа. Пошу. Вернее, слева, с вашей стороны. Вовремя увидел. Все, там два ляма добивайте. Ну-ка, что там ХПС, нахуй? Че, Котрис, что с ДПСом? Осколочек. Какой ДПС, о чем? Не кот. Далекая земля. У меня кровь, я не вижу, кто там с кровью. Кому там надо, то надо, останься тут. Далекая хуйня. Все, уже к спинке толкнулись. ПС давать не надо. Срок прошел. Есть у нее уже, все, не надо. Тогда похуй кому. Смотрите, кто там на рейндж ставит, готовьте заранее. Кто не был на рейндже сейчас. Это. Распалась эта хуйня. Так, штаны надо кому-то? Скорость, меткость. Гнилопорт сдох. Пока еще нет. Так, осколок есть? Да. Да. А ты видишь кровь? Я вижу.
Тонатос видишь? Забирай кровь. Пошли. Туалет. И лучше его нет. Сектор газа вспомнил. Да. Ты кайфа нет, да? Сельский туалет. Сельский туалет. Города это пиздец. Трейд. Страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, ты со мной, тем ближе к тебе все. Черви. Что ты слышишь? Ну там, Алла Пугачёва, Кровосток. Кринж. Этот. Значит... Красную плесень. Это кухню Ньюзы. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Нет, нормально. Какого хуйня ты что? Ебать. Просто мут. Выкрутить на максимум этого человечка. Не мути его только, не надо, блядь. Он гений, блядь. Гей? Не палец. Нет, он не... Где? На гречке. Гений за большой буквы гей. Так, значит, кто там на РНЖ у нас? Давай перечисляем. Блядь, два ханта, это пиздец. На полах колледжинка. Да? Так, призен. Я тебя замучу. Катрисия, ты в коттедже? Я тебя замучу, короче, в четвертую группу. Там тотемчики, готовьте очищение. Все три шамана поставите. Значит, наверное, я дал самый бесполезный транквил, который никого не прохилит. Значит, не надо это. Ты просто там милик. Этот. Спасибо. Тихо, блядь. Слышь, милик. Так, давай кого еще траволту уберем. Я кот, а не милик. Значит, на РНЖ, давай, в звезде, короче, кто самый ответственный из РДДшников и может подхилить ханта? Давай, это будет Шалфир и Пасифея. Если что, за нее отвечаешь там, подхиливаешь еще ее. Че? Не проебись. Щиток могу дать. Да, да. Не, щиток ДЦшник даст. Ты типа МВшку выйдешь там, хотя бы МВшку, даже не знаю. Ну, ладно, похуй, просто стой рядом с ней, охраняй там. Кружок МВП Хант и Ировист. Тоже за него отвечаешь, там еще подхилишь. В ромбике, значит, Мэтт Фокс и давай... Кто там нахуй? Мэтт Фокс и... И Эя. Хули смешного нас. И треугольник. Да, в чат я смотрю, сори. И в треугольнике Хэлла и Танатос. Тоже друг друга подхиливайте, короче. Частицу, я думаю, я дам на это, на Пасифею, наверное. У тебя есть МВП Хант? Он не сможет выполнить твою просьбу. Саппорт у тебя есть? Не умеет хилить. Нет, у меня саппорта. Так. Где ты, блядь? У меня 50 минут фласки, отстань со своим. Ну все, сука, не сдохни, самое главное. Сука. Так. Все, вот эти 8 человек на РНЖ, кто с вас водит слизней? Юля водит. Так, ты на боссе. Хорошо, на пулу на хулидринка. И там магия, блядь. Блядь, я не могу. Да вы забыли, что делаете там, нахуй? Ты чат почитай, блядь. Я, конечно, очень рад. Ладно, читаю чат. Е-то, его четверо ебут, двое в жопу, двое в рот, получаем кислород. Опа-опа, Америка, Европа, Азия, Евразия. Ха-ха, все, як мер, пока... Что за безобразие? Ахахаха. Зози смеется. Гадан довольный, блядь. Да, не надо было вслух читать, ну ладно. Я тоже понял, что это хуево звучит. Ой, ты девку что там, эту песенку послушаешь? Песенка будет, когда босс умрет, блядь. 4, 3, 2, 1. Не хочу такую хуйню пидорскую слушать. Так, да ладно, что, первый раз что? Я РДМ. Карбонара, ты под боссом стоишь. Под боссом. Ты что, Карбонара, блядь? Ты видишь, что он делает? Нет. Не под босса, под жопу к нему. Карбонара, ты тут, нахуй? Алло, блядь.
Да, да, тут что, подожди. Встань под босса, блядь. Вы чё, сука, хуёво слушали? Когда он блюет из-под ебала, вы уходите, кроме назначенных. Забери его! И чё, слизни, сука, на ком маленькие, не поворачивайте их на рейд. Хули они нам блюют тут здесь, в лужинах. К стене их отворачивайте. У меня, походу, тоже ШМ есть. Ну, я понял. Скажешь? В центре. Сука, не уходите тоже за кругом, ВП Хант, я не достаю вас нахуй. Подождите, я подойду. Смотри, блять, не подохни, блять, я видишь, не достаю. Бидон, ставь тотем. Осторожно, в хилов не залосите, только то хуя будет. И дайте один иннер бидона кто-нибудь. Пиздец. Вы диспелить будете, блять, вторую пати и первую. Там нету шаманов, их надо диспелить. Вы забыли, хорошо, блядь? Пиздец, чудом просто захиливается, я ебу нахуй. Внимание, взрыв. Скоро будет взрыв, готовимся. Отбежали. Плюнул. Сука, Карбонара, если Рависта, Рависта Ламаунта, да, пока бегаем, блять. Диспельте, сука, диспельте, хилов не напрягайте. Рви стелла маунта, быстрее ресы. Быстро этот. Да сука, да, блять, хильте хорошенько. Шалфир, дай на хп, блять. Уже сдал. Элла маунт, дай на хп, гимн скорее, элла маунт. Ну, ВП, Мэтт Фокс, МВП Ханта, ресы. Ребята, чё вы здесь стоите рядом? Хант ресница. Я жду. Мэтт Фокс. Всё. Вилаш, а хильте, что там 50% только помню. Так, я уйду в центр. Почему обратно. Бить? Я бидон не сдохнет, бидон нахуй. Не да сука, на рейндж опять выходи. Выхожу, я вышел. Блять, я сдох тоже. Добивайте босса нахуй уже. Сука, залупа ебаная нахуй. Ледринка прохиль. Ебать напряжно так хилить, я хуею нахуй. Отличные новости, народ. Вот Void Light снова потёк. Ой. Москва. Войт оставил много. Что там, Шалфир палку соберет? Хоть плыви на ней в круг. Да, не, да. Ну, еще не скоро. Ну, 34 осколка у него, в смысле, не скоро. Ну, то еще 36 уже. Нас осколку еще собирать. Блять.
Слушайте, чё, а вот этот вот плащ, он на ретрика заебись, сила критхаст. Бис. Да? Да? Особенно после обнова будет. Он вообще всегда ретрик ушел. Ну, это я помню, да, примерно. Еще помню, с кораблей вроде брали, там тоже критхаст, только агильный. Там, ловко, там агильный, да, да, тебе силы нужны побольше. Так, бой, да, я понял, нахуй. О, там консилятор выше всех, нахуй. Я понял, нахуй. Опачки. Нихуя себе, блядь, не дали плащ. Ёбаный в рот, блядь. Ладно, на. Ну ладно, Туля. На, блядь. Ну, всё-таки 25к дает. Как дела, что делаете? Хуярим целый. Нормально. Свали три кому-то, штаны. Это крит... я. Критхас. А что, Танатуса лутера, кровь. У него вроде. Я ему отдал. Кровь. У меня тут просто лут не тот стоял. Давай. Тебе льется кровь, но это не дал, ладно. Так. Так, кто там где? Ну, вы все по танкам все знаете. Хилы. Самое главное. Юля водит, я в Обаме. Обама. Обама. Водит я в Обаме. Бля, водит я в Обаме. Равист. Или Обама. Или Обама в тебя. Равист. Сколько Рависта сурки дал? Бэмэр. Это новенькие. И старенькие, и все. Запоминаем. Вот тут. Есть кем. Вот тут сбегаемся. В этот, как он называется, в угол вот этот, на зеленом. Вот тут встаете спиной нахуй. Тактика. Это на перефазе. Это только на перефазе, когда два слизня. Вот. Зеленая колба в ваших дебафах. Это вы встаете в треугольник. Красная, это вы в кресте и бьете красного. На фазе, как обычно. Милики, значит, бьют зеленого. Отлетают в сторону креста. В сторону РДД. Это, ладно, думаю, не это. Он чить будет Войд, Пукмастер, Рарник. Так, Рарник, вот тебе будет квадрат. Вот тебе ассист. Ты будешь... В милике стойте, ориентируйтесь на Рарника. Отлетайте туда, куда Рарник стоит, в ту сторону. Чтобы вы не разлетались вокруг, нахуй. Где Равист? Попал Рарник звеневой. Геда рыбу вставил? Нет, еще. Нет. Слава, а если в гильдии полтора месяца, я считаю, с новеньким или стареньким? Кто там на это, первый на боссе? Юля, Юля. Геровист, блядь. Он писал, что отойдет. На сколько? Можно отойти на полчаса, можно на час. Просто срочно АПК и все. Пиздец, блядь. Рянти тут? Ой, блядь. Рянти нету. Нет, Рянти, вот он. Ну-ка. Приглашается в вашу группу. Фу, блядь. Еще и шкафа нету, нахуй. Ладно, я рот ебал. Ну, убьем без него, минус сотка тогда. За босса. Начнем так тогда. Давайте. Куклу сначала иди пей. Карбонар, омоложение, буйный рост на куклу. Пока не бьем, сидим, рыбу жрем. Жрем. Чего только хилит. Так, кукла, это у нас кто будет? Это Ник. Холидринг. А, на холидринг, все. Ну, он превратился. Равис, ты тут? Алло. Блять. Нет, он не здесь, походу. Нам показалось, что хилится, нахуй. Мертв. Я вижу, что он мертв, блять. Так, готовьтесь. Так, дает. 5, 4, 3, 2, 1. Выходим, служим. Вот
вот эта чума, которая луна перекидывается постоянно. С ней в одного не стойте. Она должна постоянно перекидываться, иначе она вас шотнет. Зеленого зерга. И по профу больше дамага. После зеленого надо переводить. На 1-2% сильнее бьем. И готовимся в треугольник прибежать. Возле стола там не кучкуйтесь нахуй. Готовьтесь, сейчас будет переходочка. Надо будет треугольничек стать с зеленым дебафом. Прием. Уже аккуратно. Крестики стоим. Давай это. Сейчас дойдет этот моб. Отбеги! Отбегите! Пельмени. Пельмени не ставите. Рыжего добейте, блядь. Жалко, уже этот. Иннер, пельмени еще одни пельмени. Мэтфокс, Иннер, по войну. О, допилось. Че, играем? Так, запомни цель. Хули сдох этот Траволта, блядь. Зози, резай его. Красный убьем, пельмени отошли. Ты, сука, блядь, я нахуй, бич. Ты что, блядь, стоишь, торгуешь-то, блядь? Беги! Карбонара, что ли? Да. Ты что, дурачок? Я, нахуй, от, нахуй. Я от пельменей отбежал. Какой нахуй пельмень? Нахуй ты красному-то бежишь, блядь. Главное, прибежал, начал на него смотреть, как на него бежал. Да я же не знал, что он до меня. Хули ты не знал, ты тактику не знаешь, блядь. На Геру здесь нет. Он может на любого. Здесь я в ахуе. Он так же, как в обычке. Скажи об этом перед боем, ё-моё. Так же, как и в обычке, красный на любого может пойти. Чем, ну, на меня никогда за все время ни разу на меня не кидался. Вот этот тот раз наступил, нахуй. Да, так бывает. Не бывает, блядь, чтоб такого не было никогда больше, блядь. Надеюсь, я это заметил, понятно. РДД есть метка какая, что-то я не помню. Бегать всегда за ним. Да просто достаточно в пачке РД стоять. Holy drink. Заходим. Jesus Christ. Давай бидон. Oh, дай масс-рез пока там, блядь. Захватывай, скинь пускай фотку. Бегут. Резай меня. Блядь, она, сука, почему-то в Discord пишет, что слишком большой размер фотографии, блядь. Я понял. Залей в ВК и ссылку скинь. Да, красава, сейчас я нахуй в Украине ВК как открою с кайфом, нахуй. Просто вообще, ебать, закачаешься, нахуй. Ну там эти, в Одноклассники. Одноклассники, жди, блядь, сейчас скину.